Годовой показатель инфляции за минувший месяц снизился в большинстве российских регионов. Однако в этот раз на снижение темпа инфляции повлияли не только сезонные факторы, но и насыщение рынка отечественной продукцией. Эксперты отмечают, что темп прироста цен на продовольствие снизился во всех федеральных округах. Основной вклад в замедление продовольственной инфляции внесло удешевление овощей, фруктов, а также укрепление рубля как валюты. Дальнейшая инфляция, она будет зависеть, конечно, от дальнейшего развития ситуации и в глобальной экономике, и в части новых санкций и ограничений. Поэтому со стопроцентной вероятностью утверждать ничего нельзя. Но, скорее всего, инфляция может снова вернуться к более высоким значениям осенью и зимой. Но, тем не менее, она будет оставаться в рамках приемлемых значений, по крайней мере, не выше, чем она была традиционно в последние несколько лет. Эксперты подчеркивают, годовая инфляция уменьшилась, но по-прежнему остается высокой. По прогнозам, она должна снизиться как минимум до 15% до конца года. Однако у Центрального банка России в планах приведения показателя годовой инфляции к 4%. Я думаю, что если не будут возникать какие-то негативные дополнительные внешние факторы, то инфляция может вернуться к 4%. Ну, если не в начале 2023 года, то к концу 2023 года это вполне достижимо. На данный момент Республика Татарстан входит в ряд регионов, в которых наблюдается замедление инфляции. Однако здесь, в сфере услуг, цены, напротив, выросли. Основной вклад в такую динамику цен внесли увеличение тарифов на коммунальные услуги и снижение количества доступных направлений зарубежного отдыха. Маргарита Михайлова, Универньюз.